Нифига! Чё так резко? На второй песне уже такое говно? Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, это жуткий Гарфилд, которого зовут Горфилд, также известный как Гарфилд Экзе, и, в общем-то, сейчас он будет во Friday Night Funkin' исполнять песенки. Песенки веселые, замечательные, убийственные, скорее всего, и в плане их качества, и в плане эффекта, оказываемого на нашего главного героя. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик. Поддерживайте, пожалуйста, видео, если вам нравится Гарфилд, Friday Night Funkin. Вот рожа! Вот рожа твоя наглая, да ты тут будешь... О, господи. Чувак, не надо. Чувак, господи, хватит! Предупреждение, ты сейчас наедешь на Горфилда. Ну, немножко придется, да. Чуток придется на Горфилда поднаехать. Если ты хочешь оставаться живым, постарайся касаться... Стрелочек, в общем, это я и так понимаю прекрасно, да, спасибо, что объяснили. У меня всего лишь снято где-то 500 видео по этой игре, поэтому да, я в курсе как бы. Так, ну... А, подожди, это чувак, который хозяин Гарфилда, правильно в мультике? А где же виновник торжества? А вот он! А вот он, красавец какой! Здравствуйте! Так, ну что ж... Спам есть, хорошо. Так, начало... Обманчиво простое, я так понимаю. Поехали. Блин, двойные стрелочки тут еще. Хорошо. Ну, в принципе, для начала это все, конечно, неплохо, но я боюсь, что мне это не поможет. Дальше наверняка жесть какая-то будет, да? Да, блин, вот уже и минус. Вот уже и промах. Так, так, так. Что такое? Да ну не надо! Да ну, Гарфилдушка, родимый, ну чё такой хмурый? Ну улыбнись, ну Гарфилд, ну пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо превращаться во всякое говно, я тебя прошу. Ну не стоит, ну друг мой. Пока нормально. Пока живем, да? Ну поехали, да. Мелодия, кстати. Слушай, чел, это у тебя ружье, может ты выстрелишь уже, а пока еще время есть. Потом поздно будет, серьезно. Так. Судя по этой роже в главном меню, он потом в такую тварь превратится, что ее особо не прострелишь. Ага. Так. Слушай, музыка прям хорошая, мне нравится эта песня. Пропускаю немного ноты, конечно. Так. Что ж такое-то? Берись давай. Мелодия, берись, пожалуйста. Мелодия берется. Мелодия взялась, все. Первую песню прошли. Первую песню прошли, одолели, преодолели, как говорится, победили. Все, всех Гарфилдов всех попустили. Нифига! Чё так резко? На второй песне уже такое говно? Да я согласен, бойфренд, по-другому не скажешь. Я так-то думал, что он будет как-то хоть постепенно. В этом мире ты должен... У тебя бесконечные... У тебя ограниченные жизни. Не расставляйся с ними... Не расставайся с ними так уж легко. Ограниченные жизни? В смысле, то есть я... Это вот тут четыре палочки? То есть если четыре палочки, я заново начну, да? Охрененно! Кажется, я не пройду это сам, ребят. Придется, наверное, открыть великого комьюнити гейма и посмотреть, да? Так, ну хорошо. У бойфренда пока рожа хитрая, он пока ничего не боится, да? Так, этот держится за свой ствол. Так, хорошо, поехали. Давай. Ой! Что там летит? Там летит постоянно у него какое-то говно. Мне это не нравится, ребят, это плохо очень. Нахрена ж ты там эти свои пульки-то пуляешь, эти подлючи? Ага. Чё, сейчас еще какое-то ускорение? И так уже достаточно было непросто. Чувак, прекращай это говно. Убери рожу свою! Убери свою рожу наглую. Ты чё, обалдел, что ли? Так... О, так.
Может, может и шансы даже какие-то есть, слушайте. Я, по-моему, задел эту срань. Да блин, я задел это говно опять второй раз. Так, все, я умер, сейчас будет минус палочка, да? Минус палочка, у меня. Ах ты ж такая кошачья злобная свинья. Шо ж со мною ты наделал? Почему меня ты убил? Я песенку не допел. Слова эти не пропел, не договорил. Короче, я думаю, что... А, подожди, так у меня вон 4... У меня 4 эти штуки осталось, я не понимаю, в чем дело. По-моему, в этот раз чуть лучше выходит. 2-й раз пробуй. Ай, блин! Блин, я сейчас умру. Ну, смотрите, я подальше прошел немножко. Немножечко продвинулись. Шансы есть. Так. Блин, у меня там, кстати, уже 3 палочки. А какого хрена? А, здесь вот какая система. Я не могу 4 раза попасть на вот эту срань. Тут проще все, господи. Я подумал, что если я 4 раза подряд умираю, то все песни начинаются заново. Новая тактика. Когда будет лететь это опасное говно, я попробую ничего не нажимать в такие моменты. А когда оно не будет лететь, я попробую спамить. Ну-ка. Так. Ага. Ну, здесь более-менее просто. Так. Здесь легкое место такое, да, достаточно. А, как ты как ты нажал, придурок! Я же отпустил специально! Ну, не сработало. Тактика ни хрена не сработала. Прям вообще офигенно сейчас вышло. А? Смотрите-ка. Так, ну вот сейчас вот, наверное, будет уже победа. Поехали, 30 минут осталось. Да! Ты еще не конец, да заткнись же ты уже. Это рожа твоя противная. Сколько можно петь? Так. Такая, хотя ты и кошка, но ты собака. Так, смотрите-ка, 20 секунд осталось, и у меня он сколько здоровья у меня, и 3 жизни. И есть шансы. Вот сейчас шансы прям максимальные. Это не надо было нажимать, да? Я на эти злобные рожи летящие, когда сразу сел, так подумал, на это нажимать не надо. Прошел! Это, кстати, уже на следующий день я сижу. Вот это я сижу уже на следующий день. Прям предыдущие кадры буквально были вчера. Конец вырисовывается вблизи. Понятно. Уже скоро конец, ясно, я понял. Хорошо. Ой, господи, это же 3-я песня сейчас будет. Слушайте, а 3-ю песню я, наверное, не пройду. Если я 2-ю песню так долго мурыжил, 3-я, это, наверное, еще сложнее. Это, наверное, мы будем смотреть, да? Ну, попробуем сейчас. А музыка-то будет, нет? Ой. А чё так тихо? Он что-то очень тихо пердит. В чем прикол? А! Так. Что это за ужас? Я и здесь, товарищ Гарфилд, а что это за ужас? Товарищ Горфилд, я прошу прощения, что за трындец вы мне устроили? Ну давайте еще раз попробуем. Мне просто интересно посмотреть. Ой, ну и морда. Не, слушайте, мы, скорее всего, вот эту песню уже, наверное, играть не будем. Я чувствую, что это какой-то трындец. Я на 1-х секундах сдох. Так. Ага. Так. Ага. А! Тихо, тихо, не ори, дурак. Что ж ты такой бесноватый-то? Ага. Так. Ох, смотрите-ка, ничего себе. Здоровый поправил. Не,
не-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 не
Так, как тут стрелочки летят? Ага, вначале такое вот безумие, да? Так, вон там капля говна этого. Что это такое вообще? Хоть рассмотрю хоть раз. Вот, вот что, что это? Что это такое? Это коготь его? Это его коготь мерзотный или что? Я понять не могу. Вот здесь смотри. Офигеть, какая трешатина пошла. Блин, ну это... Ну, не, ну вот здесь еще... Да не, ну это все равно ужас. Это все равно ужас. Посмотрите, как быстро оно все летит. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, вот на этом моменте мне точно жопа была. Вот ладно, если еще до этого, но вот здесь... Вот здесь это уже все. И оно чем дальше, тем хуже, видите, все больше. Community Game ошибся два раза. Это где это видано? Это ж Терминатор, он обычно никогда не ошибался. Господи, ну извините. Товарищ, вам нужно срочно что-то делать. Желудочно-кишечным трактом. Вам нужно делать что-то с желудочно-кишечным трактом, как можно сказать. Ты что творишь? Нифига себе. Это новое. Это, ребята, еще одна новая фаза. Боже мой. Не, ну вы сами понимаете, вот это я бы уже просто не прошел. Сильно быстро. Смотрите, как быстро все летит. Да ну нафиг. Да, эту песню надо на монтаже явно погромче сделать. Какая-то тихенькая, прям в чем дело. Ну, прикольно. Хотя мне, наверное, больше всех нравится первая песня. Я вообще заметил, мне часто в модах первая песня нравится больше. Блин, ну тут жесть, тут эти рожи летят, и когти летят, и все летит. О, мерзость, а. Вот, вот ты, вот и говнюк злобный Гарфилд. Горфилд. Гарфилд Экзе. Экзешечка, товарищ. Наверное, котов ты больше заводить не будешь никогда, да, чувак? Ну его нахрен, да? Ну их нахрен, этих котов, да, в конце концов. Чел, походу, за компом сидит больше, чем я. Посмотрите на его глаза. Конец? Ну, видимо, не факт. Видимо, не факт. Так, что это такое? А это что произойдет, когда ты касаешься... А, ну это мы уже знаем, да, это вы у меня могли видеть. Community Game показывает, что будет, если ты нажимаешь на все эти когти, на все эти рожи. Уж что-что, а это мы у меня посмотрели много раз. Я кучу раз нажал и на то, там и на другое нажал. В общем, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой канал. На этом мы завершаем эту модификацию. Надеюсь, вам было интересно. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.